20 декабря в Приднестровье началась профилактическая операция «Ель-2013». До 1 января будущего года под особым контролем будут ели и сосны. Сотрудники милиции и специалисты Минсельхоза будут пресекать любые правонарушения, связанные с незаконной вырубкой и реализацией хвойных деревьев. Для недопущения незаконной порубки деревьев и насаждений хвойных пород, а также пресечения незаконной транспортировки и реализации числа сотрудников органов внутренних дел, создаются мобильные группы, целью которых является патрулирование мест произрастания хвойных деревьев как в населенных пунктах, так и в лесах, массивах. Группы уже проводят рейдовые мероприятия, проверяют места заготовки и реализации елей и сосен, документы на право продажи деревьев, взятые под охрану хвойные насаждения в населенных пунктах. Уже во всех городах Приднестровья открылись елочные базары, где продаются около 10 тысяч сосен и елей из лесного хозяйства республики. Дерево высотой до 1 метра стоит примерно 100-120 рублей, высотой до 1,5 метров – около 150 рублей. В продажу поступили и хвойный лапник. Покупателям на елочных базарах должны выдавать чеки с печатью предприятия. А на каждом дереве присутствовать специальный ярлык, который служит доказательством, что елка приобретена на законных основаниях, а не самовольно вырублена. Для справки, за незаконную вырубку деревьев и насаждение хвойных пород предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба.